Ситуация усложнилась. Отвлеку Дэмиана на истории с Хардом. Найду Ники. Он ошибется, точно. Наберусь терпения. А пока что... Бэтбак. Открыл тут новости. Какая-то дикая погоня возле Паркер-сквер. По всем приметам, Эйден Пирс. Ники рядом? Конечно. Мы вместе читали. Я ей рассказал про все твои трюки. Она психанула. Секретничаешь, братик? Дай ей трубку. Нет уж. Гони айпишник. Ладно. Это где-то в районе Росси-Фримонт. Маленький сервак за толстой дверью. Охраняет куча бандитов. Теперь понятно, зачем мне помощь. Знаешь, как туда войти? Я думаю. Дай поговорить с Ники. А шуму-то было? Эйден. Было. Привет. Мы уже близко. Подожди. Что происходит? Его послушать, так вы не разлей вода. Не верь ему. Это в прошлом. Ники, не надо его слушать. Думаешь, выдаст твои секреты? У меня их нет. Да ладно, Эйден. Думаешь, я в это поверю? Я твоя сестра. Именно. Сестра могла бы сделать скидку. Да что ты? Твой друг взял меня в заложники, а я делаю скидки. Ну, не сгущай краски, в самом деле. Братишка обиделся, а я и забыла, какой ты у нас чуткий. Да, конечно. А еще ранимый. Хватит, детки. Надеюсь, твой план сработает. Ники в тебя верит.